Дорогие скорпионы, мы начнем. Что же у вас в центре событий? Мы посмотрим для некоторых из вас, у кого в самом деле развиваются так дела в отношениях, что, возможно, есть хороший шанс сделать себе что-то приятное и удовлетворить свое какое-то желание. Физически, может быть, даже встретиться или обрести отношения, если у вас их нет, и если вы этого желаете. Для кого-то это могут быть полностью новые отношения, но не забывайте, туз – это еще только шанс, это только возможность нового начала. Ну, по крайней мере, это говорит о том, что вы довольно хорошо себя чувствуете физически и можете получить неожиданный подарок. Пересекает или что может помешать этому событию? Десятка пентаклей перевернутая. Это какие-то семейные дела, какие-то семейные деньги, какие-то общие, возможно, деньги с вашим партнером. И это может быть раздел денег, потому что все-таки карта перевернутая. Или, скорее всего, судя по этим двум картам, возможно, вы ожидаете часть наследства или результаты, может быть, разделение бизнеса, и у вас в этом случае разрушается как бы семейный бизнес, но вы обретаете дополнительный доход, деньги, может быть, в материальном виде, в материальном плане, и это позволяет вам, ну, может быть, дает свободу какую-то. А также здесь может случиться так, что деньги, которые или отношения, которые вы заработали, их нужно оставить в связи с семейными обстоятельствами, то есть вы не сможете их использовать. Такое у некоторых тоже может проиграться. Девятка чаш в бейсисе говорит о том, что вы сейчас довольны собой, и, возможно, вы ожидаете, и вам кажется, что это правильно, что, в общем-то, часть чего-то материального достается именно вам. Возможно, вы давно уже над этим работали, возможно, вы уединялись, возможно, вы разъединялись или расходились. Если вы в паре, то, возможно, вы больше наслаждаетесь своей свободой личной или вам очень хочется насладиться этой свободой личной в одиночестве, потому что эта карта все-таки такая самодовольство, да, когда человек один, и, в общем-то, он напоказ, но он не очень готов делиться с другими, то есть вам хочется, наконец-то, может быть, заняться собой или одарить, может быть, себя чем-то, может быть, новым. Скорее всего, у многих из вас, возможно, приключился короткий любовный роман. Если вы в отношениях, это может быть роман на стороне. Если вы не в отношениях, то это, возможно, завязавшийся роман или какое-то признание в недалеком прошлом, которое, может быть, и вызвало эту ситуацию и всколыхнуло этот семейный корабль и позволило, может быть, вам задуматься, а настолько ли он прочный. И возможно, вы решили, что это хорошее время для вас воспользоваться шансом и взять свою долю, и, может быть, разъехаться или разделиться, или развестись. Ну, в общем, похоже, что, несмотря на туз, новый шанс, вы даете себе сами этот новый шанс, оставляя что-то позади точно. В данный момент в голове или в сознании, или то, что мы видим, или вы видите, да, находится шестерка мечей перевернутая.
Перевернутая карта всегда говорит о заблокированной энергии. Шестерка мечей – это движение к лучшему, это изменение своего сознания или путей мышления, как бы взгляд на вопросы со стороны и в то же время решение двигаться в другом направлении. Здесь у вас на пути стоят какие-то преграды, но мы видим десятка пентаклей перевернутая. То есть какие-то, наверное, неразделенные, неразрешенные еще денежные проблемы задерживают ваш этот шанс, потому что, конечно, в голове, а в сознании вы понимаете, что вы сейчас не можете двигаться никуда, не можете физически переезжать, потому что и не можете даже, может быть, и меняться полностью, трансформироваться, потому что этот процесс идет, и вам, скорее всего, выгоднее сейчас оставаться там, где вы есть, и думать так, как вы, возможно, видите, у вас будут серьезные разговоры, возможно, вы ждете серьезных новостей, и они не очень приятные. Обычно рыцарь мечей говорит о том, что это острые, может быть, даже неожиданные новости, возможно, даже если вы их и ожидали, или, может быть, вы хотели донести какую-то новость кому-то, и вы ждали правильного момента, и вот он наступит или наступает в месяце октябре. Вы будете готовы отстаивать свою точку зрения, вы будете готовы продвигаться вперед в решении своих вопросов. То, что вы не могли двигаться, скорее всего, вы сможете разрешить эти проблемы, потому что рыцарь, он... Мечей всегда хорош в коммуникациях, вы найдете пути. Для некоторых, может быть, они немножко будут, ну, небезопасные, или иногда вы будете действовать, может быть, не очень осторожно и рассудительно, но тем не менее вы найдете выход из вашей ситуации, чтобы получить вот этот свой шанс или свою долю. Вы немножко замкнуты сейчас в отношениях. Отшельник говорит о том, что вы, конечно, серьезно подходите к вопросу, вы не рассказываете своих планов, вы, в общем-то, что-то выжидаете, вы накапливаете, может быть, какие-то, ну, даже и ресурсы, может быть, не только материальные ресурсы, но и какие-то духовные ресурсы, то есть вы не распыляетесь сейчас, но, может быть, для того, чтобы подготовить этот серьезный разговор, который здесь выражен рыцарем мечей. Возможно, серьезного разговора вам не избежать. Но вы будете сражаться, конечно, за свою долю или наследство, или бизнеса, или отношений. Вы будете сражаться. Окружающая среда непосредственно видит вас как восьмерку чаш перевернутую. Восьмерка чаш – это человек, который обычно духовный, движется вперед. Значит, окружающая среда сейчас вам мешает это делать, не позволяет вам двигаться вперед, не позволяет вам развиваться духовно, потому что, скорее всего, вы заняты материальными, физическими вещами в этом физическом нашем мире, да, это может быть работа также, потому что многие вещи в нашем физическом мире отражаются на наших отношениях с людьми вокруг нас, это неизбежно, но, возможно, окружающая среда ваша критично также относится к вам, считает вас, может быть, не очень разумным, потому что она или он, партнер ваш, считает, что вы действуете исключительно, исходя из своих каких-то чувств и порывов, не очень умно. Туз мечей в страхах и опасениях перевернутый говорит о том, что вы боитесь слабости своей, вам кажется, что вам нужны силы для того, чтобы принести вот эту какую-то новость, может быть, вашему партнеру. И вы это откладывали очень долго, и вы сейчас, может быть,
настраиваетесь, поэтому здесь и отшельник себя большей части, чтобы донести вот этот рыцарь мечей, вот эту новость, определенную новость своему партнеру. Вы боитесь, что вы повернете назад, то есть что вы не используете свой шанс. Видите, у вас здесь два шанса есть. Один связан, в общем-то, с информацией и с sharing, ну, нужно вам донести эту информацию в правильном виде для партнера, чтобы получить результат. А результат, наверное, желаемый, он и получится, если вам удастся донести эту мысль и сохранить ее, не изменить курс своих движений, то вы достигнете этой трансформации, которую вы ищете. Похоже, что новый шанс все еще вы получите. Потому что трансформация — это старший аркан, и он довольно серьезный. И вы подготовили себя, скорее всего, для этого серьезного шага, потому что отшельник и карта смерти говорит о том, что это очень-очень серьезный шаг для вас. И, в общем-то, вам только не хватает здесь решительности, поэтому до сих пор в данный момент вы никуда не продвигались. Но, похоже, месяц октябрь поможет вам это сделать. Я желаю вам удачи, дорогие скорпионы. Мы сейчас немножко посмотрим, если вы были одиноки. Для одиноких скорпионов, похоже, вы ввязались в отношения или, может быть, сейчас они пока на уровне переписки, которые связаны, может быть, с любовным треугольником. И карты говорят, что, конечно, у вас будут бурные чувства к этому человеку, но в итоге, скорее всего, вы откажетесь, вы будете действовать справедливо, в общем-то, и откажетесь от этих отношений в пользу, знаете, более жесткой морали и правосудия. Вот так, мои хорошие. Совет и антисовет. Совет — пятерка пентаклей. Интересный совет. Антисовет — шестерка чаш. Ну, если я сразу хочется начать шестерки чаш, антисовет, не поддавайтесь на провокации из прошлого. То есть, если вы стараетесь от кого-то избавиться или от чего-то, пожалуйста, делайте это. И это поможет, пятерка пентаклей поможет вам это сделать как совет, то есть отстранение, отчуждение, не вовлечение себя в какие-то чувственные отношения, может быть, с людьми из прошлого. Оставляйте прошлое в прошлом и двигайтесь вперед бесстрашно, несмотря на то, что вам кажется, может быть, что вы одиноки и вас никто не поддерживает, но на вашем пути, конечно, есть огромный шанс, вы его видите, и к чему-то вы стремитесь, к такому большому для себя и к серьезной трансформации. Потому что два аркана у нас, видите ли, глина, смерть, у нас еще там правосудие. То есть вы будете действовать в наилучших интересах для себя, ну и, в общем-то, для человека, который будет вовлечен с вами в отношения. Я бы сказала, даже благородно, очень благородно и решительно. То есть, если вы даже и собираетесь с кем-то расстаться и кому-то донести определенные новости об этом, то вы это сделаете с достоинством, и похоже, что это хорошо и для вас, и для этого человека. Мне приятно было быть с вами, скорпионы. Я вам желаю удачи в месяце октябре и воспользоваться вашим шансом для разрешения проблем. А помните, пожалуйста, что расклад общий. Когда мы смотрим на имиджи или вы слушаете мои интерпретации, которые, может быть, не совпадать с какими-то другими интерпретациями других людей, тем не менее, каждый из вас индивидуально переваривает это в своем сознании, и подсознание тоже из карт Таро черпает нужную для вас информацию. И, скорее всего, поэтому общие расклады работают, и люди их любят, потому что каждый находит что-то свое в
при просмотре общих раскладов. Так что если вы открыты для получения информации, она вас всегда найдет, мои хорошие. Я желаю вам огромной удачи. С вами была Александра и собачки. Пока-пока. Если вам нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, обращайтесь ко мне по адресу papesa8888@gmail.com. Я всегда буду рада вам помочь и прочитать для вас карты Таро на любую тему. Пока.